Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минское городское управление МЧС, у микрофона Анастасия Гарбер. Более 2600 выездов на пожары и загорания совершили с начала года столичные спасатели. На пожарах за это время погибли 18 человек. Минск чрезвычайный. Предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки в электрощите на четвертом этаже столичной многоэтажки на улице Богдановича возник пожар. А в лифте оказалась заблокирована женщина. Прибывшие огнеборцы помогли ей выбраться, а также эвакуировали по задымленным лестничным маршам 5 жителей дома, включая ребенка. Загорание оперативно ликвидировали, и никто не пострадал. В выходные в заброшенном здании по Восточному переулку неизвестные развели костер и устроили пожар. Традиционно с наступлением холодов количество подобных происшествий в пустующих строениях возрастает. Зачастую здесь находятся люди без определенного места жительства. Столичные спасатели и милиция, в том числе в рамках республиканской акции «За безопасность вместе», сейчас активно проводят рейды. Помочь можете и вы, сообщив о непрошенных гостях по телефону экстренных служб. Минск чрезвычайный. В начале этой недели в девятиэтажке на улице Есенина горела двухкомнатная квартира. Попасть в нее через дверь спасателям не удалось. Забирались через окно. На кровати в горящей комнате они обнаружили труп мужа хозяйки, инвалида второй группы. Что привело к трагедии, сейчас устанавливается. Возгорание произошло и в многоэтажке по улице Артема. Из задымленной трешки на первом этаже огнеборцы через балкон спасли мужа хозяйки. Его госпитализировали, а из соседней квартиры эвакуировали троих человек, двое из них дети. Они не пострадали. Вероятнее всего, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Минск чрезвычайный. Более 100 детей эвакуировали вчера из детского садика в Серебрянке. На кухне дошкольного учреждения загорелась электроплита. До приезда спасателей пламя самостоятельно ликвидировали работники сада. Пострадавших в результате происшествия нет. Возможная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Следите за исправностью электропроводки и электрооборудования и эксплуатируйте их в соответствии с инструкцией. Это все. Слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.